Есть специальная программа, которая называется «Умедик Пентрутинь», для того, чтобы покрыть этот вакуум, который сейчас создался с этим, по нехватке специалистов. И, соответственно, выезжают, начиная с августа прошлого года, специалисты. И я могу вам сказать, что около 70 тысяч людей уже прошли консультацию врачей в разных категориях, все прошли, дети получили, соответственно, тоже консультацию, и было выявлено очень много случаев и туберкулеза, и онкологических заболеваний, и много в другом. Но люди, действительно, эта программа, если, например, за 5 месяцев в прошлом году было около 38 тысяч людей обслужено, то в этом году мы уже практически дошли за 3 месяца 32 тысячи. То есть мы намного больше людей обхватили. И график того, когда и где придут эти врачи, можно увидеть на интернете, на портале Министерства здравоохранения. Каждый может программировать уже, когда может обслужиться в сельской местности, потому что в Кишиневе, слава богу, у нас врачи пока что поликлиники есть.